Когда страну мою терзали террористы, рубили головы, казнили тут и там, и до Дамаска дошагали очень быстро, то лишь молиться оставалось видно нам. Ведь воевать с врагом мы просто не умели. Все разбегались, отступая день за днем. И тут вот русские, как чудо, подоспели, вгрызаясь в землю под обстрелом и огнем. Сказали грозно нам: назад уже ни шагу. И мы увидели, как надо воевать. В бою их мужество, терпение, отвагу, чтобы врага вот так умело побеждать. Когда в атаку группа русских шла бесстрашно, то нам казалось, что бессмертны все они. Врагов количество для них уже не важно. Одним ударом всех сметая на пути. Ну а когда уже закончились патроны, спецназ России лихо действовал ножом. Тогда мы слышали лишь только вражьи стоны. Картине этой я был сильно поражен. Ведь защищать страну для них совсем чужую, лишь только русские солдаты могут так. И как же драться за страну будут родную, представить страшно, что узнает этот враг. И тут вот страх всех наших воинов покинул. Он перешел от нас, похоже, на врага. В сердцах сирийцев появился новый стимул. Раз с нами русские, победа уж близка. И удивительно, как все здесь поменялось. Плечом к плечу совсем не страшно воевать. Всего чуть-чуть освободить земли осталось. И, наконец, мы научились побеждать. Мы ваше мужество, отвагу очень ценим. Российский летчик нашим воинам пример. Враг не сумел его поставить на колени. Так погибает только русский офицер. Вовек мы воинам России благодарны. Теперь мы знаем про отвагу и про честь. И даже нас уже боится враг коварный. А зам войны мы научились просто здесь.